Хочу вам представить наши красноплодные томаты. В первую очередь это Максим, который показывает среднюю массу 250 с плюсом грамм. И очень отлично подходит как для первого, так и для второго оборота. Растение хорошо сбалансировано. Хорошо завязывает на всех кистях и сверху. Вот. Максим имеет хорошую твердость. Он имеет хороший цвет. И если вам нужен томат для первого или второго оборота красноплодный, то ваш выбор это Максим. Цей крупноплідний червоний томат є високорослим. Рослина може сягати приблизно 2 метрів у висоту. В'яже багато китиць, як бачите, ось на цьому кущі їх, наприклад, 7. Дуже багато. І на самій китиці є 6-7 томатів красивих, вирівняних.